В этом году исполняется 115 лет со дня рождения народного артиста Казахстана, лауреата государственной премии Гарифулла Хурмагалиева. В память о популярном оперном исполнителе и композиторе в областной филармонии прошел концерт «Салем Казахстан». Подробности моего коллеги Ердоса Хужантайла. Произведения великого композитора Гарифуллы Хурмагалиева исполнили мастера отечественной традиционной песни. На сцене филармонии прозвучали такие песни, как «Ахжайык», «Сюйонжар», «Ишкуз», которые произвели на зрителей большое впечатление. На этом концерте артисты исполнили произведения из репертуара Гарике Хурмангалиева и свои авторские песни. Я выступил с песней «Ишкуз», а также исполнил песню «Шигенің Ариясы». Поскольку это был запланированный концерт, мы вместе с оркестром репетировали два раза в неделю. Сольные исполнители готовились отдельно. Свой вклад в проведение праздничного вечера внес и ученик Гарифуллы Хурмангалиева Бауыржан Сатыбалдин. Голос Гарике всегда радовал слух народа. Он всегда волновал своими напевами души людей. Чтобы освежить его произведение в народной памяти, сегодня мы празднуем его 115-летие. Гарифулла Хурмагалиев родился 1 января 1909 года в Западно-Казахстанской области. Занимаясь творчеством с самого раннего детства, талантливый певец и композитор покорил народное сердце незабываемыми произведениями. Из поколения в поколение передаются такие песни знаменитого артиста, как «Айнамкөз», «Ак кербез», «Бозжорға», «Үлкен айдай». Ердос Кужантайлы, Саламат Тавмуринов, Дидар.